Вітаю, мене звати Анна Мурадова, і це проєкт «Новини Лайф». В Одеській прокуратурі знову заговорили про націоналізацію одеського НПЗ. Зараз для цього є всі підстави, впевнений прокурор області. Ось тільки чи допоможе це відродити підприємство та запустити його знову, з урахуванням того, що воно не працювало понад 10 років. Та чи потрібно воно в Одесі, чи краще збудувати щось інше? На ці запитання відповів економіст Едуард Каражія. Тот завод, який сьогодні еще, скажем так, когда-то работал в Кременчуге, мы знаем, разбит, и он работал на сырье, которое шло со стороны Российской Федерации, и мы прекрасно понимаем, что тот источник для Украины навсегда пропал. Естественно, когда мы с сухопутных границ не будем получать нефть, как сырье для переработки, то у нас остается один выход – морской. И в этом случае Одесский нефтеперерабатывающий завод как раз очень нужен и очень перспективен, и эту ситуацию, а его национализацию нужно было давным-давно уже закончить, и не только начинать сегодня рассматривать. Завод сегодня разворован, раскраден, и он не в состоянии сегодня работать. Даже государство его, я бы не сказал, национализирует, потому что сегодня нет в Украине закона о национализации, и, ну и неважно, как оно будет называться, да, главное, чтобы оно стало государственным, данное предприятие. И с какой целью? Чтобы государство могло его продать частной компании. В таком состоянии, как он и сегодня, судебные решения, оно непонятно что, оно не может быть передано куда-то, да, кому-то. Даже если государство Украины устроит аукцион по продажам, какую-то конкурсную продажу, то оно должно его продать, нужно подписать договор купли-продажи с тем инвестором, который будет в этом заводе заинтересован. А я думаю, будет очень таким интересным и для Азербайджана, и для других стран, добывающих нефть, и с возможностью здесь, скажем, его покупки и производства, и не вести там, значительно дешевле будет тут на месте производить, чем вести уже готовый бензин, потому что не сколько дорога транспортная, да, услуга, а сколько дорога страховка, потому что те, скажем, продукты, которые горят, они совсем по-другому стоят своей перевозки. Поэтому намного дешевле, проще перевозить нефть по месту и перерабатывать, и уже готовую продукцию развозить по территории Украины. Но здесь не так все просто, как нам бы хотелось, да? Потому что одной такой национализации данного завода или возврата в госсобственность с целью продажи проблему не решит. Почему? Потому что мы помним всю эту историю, почему завод остановился. Потому что труба, которая идет от нефтегавани, которая государственная, до завода, который был частным, есть труба, которая принадлежала одному из украинских олигархов. И там были такие созданы условия транспортировки по этой трубе, что даже те хозяева, которые представляли серьезные, да, крупные компании, не хочу их принципиально называть, даже они были не в состоянии решить этот вопрос, потому что для них бы стоимость нефти и бензина только за счет этой трубы была очень дорогая и экономически нецелесообразна. Поэтому сегодня вопрос нужно, как говорят, решить комплексно. Вместе с заводом нужно делать так, чтобы и труба находилась в нормальных, адекватных руках. Пускай это будет не государство, а пускай это будут даже те хозяева, которые сегодня есть. Но транспортировка нефти должна быть адекватная по стоимости. И тогда завод будет работать, он будет интересен, как любой инвестиционный проект. В противном случае ситуация останется такая, как есть. Ну да, государство бесплатно, естественно, получит то, что сегодня, то, что называется сегодня Одесский нефтеперерабатывающий завод. Но вложить какие-то средства дополнительные, я думаю, будет. Но это будет не скоро, будет намного сложнее. Хотя, повторюсь опять, это проблема номер один для государства Украины. И ее нужно было давным-давно уже начать решать. Мы должны привлекать того инвестора, который конкурентен, несмотря на тех условиях, которые есть в Украине, да? И то есть это должно быть самое лучшее, это должно быть самое, скажем, соотношение цена-качество, да? А если мы будем делать какие-то льготы, могут зайти те, которые имеют более дорогой продукт, но за счет льготы будут компенсировать свои расходы. Поэтому нам абсолютно такой вариант не подходит. Действительно, чтобы как-то их привлечь, ну, государство должно быть правовым, что суды должны принимать решения по законам, по украинским, они достаточно нормальные, достаточно адекватные в большинстве своем. И тогда инвестор будет защищен. Инвесторы не могут покупать уже существующие предприятия, места, где они были расположены, потому что сегодня строить на новом месте значительно стоит дороже, чем уже купить, да, когда-то промышленную территорию, создать реконструкцию, где уже подведена инфраструктура, пускай недостаточно, но что-то уже есть, и значительно легче и по документам, и по деньгам реанимировать производственные объекты. А таких в Украине достаточно много.
Це був проєкт «Новини Лайф». Підписуйтесь, аби бути в курсі найактуальніших новин. Та залишайте свої запитання в коментарях.